Газы. Десять секунд. Противогаз снять, сложить. Далее. Это чего? Плащ, рукава, чулки, перчатки надеть даже. Я впервые сегодня надел общевойсковой защитный комплект. Это было прям открытие. Помимо того, что костюм, естественно, придает чисто внешнее очарование, чисто какую-то такую неотразимость, действия в нем весьма сложны. Мне сложно представить, как в нем стрелять, сейчас что-то носить. Занимать оборонительную позицию в данном костюме то есть достаточно удобно, потому что то есть лежать или там сидеть в нем можно. Бегать, естественно, не очень хорошо. Блин, пальцы сломаются. Я думала, что я гораздо быстрее справлюсь, чем все остальные участники, потому что, ну, вроде как и девочка, любим быстро и часто менять одежду, ну и плюс по роду деятельности модель, когда там, например, у нас показ за кулисами, приходится просто за секунду снять с себя какое-нибудь сложно сочиненное там платье, корсет. Мы узнали много нового. Например, что чулки бывают не только из лайкры, но еще модные резиновые. Прикольно, что еще сверху потом на противогаз берет надевается. Это красиво завершает сразу образ. Армия все равно остается армией. И если ты пришел в головном уборе, ты должен в нем уйти. Странно будет, если, одевая химзащиту, ты его бросишь на учениях в поле боя и уйдешь, а потом будешь его бегать искать. Но если говорить серьезно, то схема нами всеми изучена и запомнена. То есть, если что... Одеться в этот химкостюм мы сможем. Группа обучаемых плавно вошла в режим обучения. Результатом обучения я доволен. Все они с данного занятия унесли нужную для себя информацию. К испытанию в секретной лаборатории личный состав отделения готов.